Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущий Валерий Седов. 9 декабря у нас Международный день борьбы с коррупционными преступлениями. Сегодня у нас в гостях Юрий Александрович Киселев, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте. Коррупционные преступления – сфера довольно большая. Вот говоря о коррупционных преступлениях, какие именно преступления мы имеем в виду? Ну, отвечая на этот вопрос, я бы начал с общего понятия коррупции. Как известно, это слово имеет латинское происхождение, латинское корни. И в общем смысле может переводиться как подкуп, продажность, разложение. Соответственно, в общем смысле можно понимать любое деяние, связанное с извлечением дохода должностными лицами. Ну, действующий уголовный кодекс предусматривает широкий перечень статей, за которые предусмотрена ответственность. К ним относятся классические дачи и получения взятки. Сюда же можно отнести злоупотребление и превышение должностных полномочий, совершенных из корыстной заинтересованности. К ним же относятся хищения, совершенные должностным лицам, лицами с использованием своего служебного положения. Ну и в 2018 году законодателем введена отдельная ответственность за совершение преступлений в сфере закупок и злоупотребление в сфере закупок. Кроме этого, в отдельную категорию статей выделены уголовная ответственность за мелкие взятки и коммерческий подкуп. Ну, а если выделять самые часто встречаемые преступления, то какие? Вот вы сказали, что классические дачи взятки – это самое частое, опять же, наверное? Или как? Ну, как правило, да. Получение дачи взятки – это наиболее распространенное преступление. Но в последнее время я бы сказал, что увеличивается количество преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 204 Уголовного кодекса, то есть это коммерческий подкуп. В общем смысле, содержание этой статьи схоже с получением либо дачи взятки, но она относится к коммерческим организациям. Соответственно, если в коммерческой организации действует управленческое лицо, управленческий персонал, то он также может получить какое-то вознаграждение за принятие какого-либо решения в пользу взяткодателя. Да, за это также предусмотрена ответственность. Вот раз мы заговорили о тенденциях, и о самых частых, и о самых нечастых, вот по статистике за последние годы, как вообще преступления в коррупционной сфере, они повышаются, они понижаются или они остаются без изменений? Ну, несмотря на то, что количество зарегистрированных сообщений в текущем году несколько выше, чем в прошлом году, допустим, если сравнивать по цифрам, то в этом году зарегистрировано 172 сообщения против 153 в прошлом году. Но я бы не сказал, что существует такая стойкая тенденция к увеличению коррупционных преступлений. Я думаю, что уровень их остается достаточно определенный. Нет особой тенденции к росту, поскольку необходимо, говоря об этом вопросе, судить о том, что все-таки здесь больше имеет значение выявляемость этих преступлений, чем какой-то факт обращения граждан с заявлениями и прочее. Поэтому, несмотря на то, что, да, как я уже сказал, таких преступлений больше, какой-либо тенденции к росту я не наблюдаю. Тогда такой вопрос. Вот в остальных преступлениях оно как бы понятно по поиску и виновных, и всего остального. То есть, например, тоже убийство, тоже воровство. Здесь как бы, условно говоря, следы на лицо. А вот как коррупционные преступления расследуют? В чем особенность вот этого расследования? Спасибо за вопрос. Да, не секрет, что коррупционные преступления имеют достаточно сложный предмет доказания по сравнению с другими преступлениями. Ну, большая часть коррупционных преступлений отнесена законом по ответственности следователей Следственного комитета. И я бы сказал, что наши следователи достаточно хорошо научились расследовать подобные преступления. Но здесь я бы отметил работу, так скажем, смежных органов, наших коллег из управлений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, в частности, касаемо нашего региона по Рязанской области, которые проводят первоначальные мероприятия по выявлению и фиксации данных преступлений. Именно от их деятельности в большей степени зависит успех и качественное расследование в последующем. Но вообще, обычно доказательная база по такой категории дел строится на показаниях свидетелей. Мы активно используем примечание к статье 291, которое освобождает лицо, давшее взятку, от уголовной ответственности в случае, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступлений. Кроме этого, следователями назначаются многочисленные судебные экспертизы. В частности, сюда можно отнести фоноскопические судебные экспертизы, когда мы имеем факт аудиозаписи передачи взятки, либо видеозаписи. Тогда мы можем назначить видеотехническую экспертизу,
эксперты, изучив соответствующие материалы, дадут заключение, что именно это лицо изображено на записи, и на записи присутствует его голос. В случае того, что если разговор не носит прямого характера, передачи денежных средств или иных материальных ценностей, эксперт-лингвист нам может помочь в этом случае и выявить скрытый смысл сказанных слов. Соответственно, и дать заключение, что все-таки, несмотря на то, что в состоявшемся диалоге между взяткополучателем и взяткодателем отсутствует, например, слово «деньги», да, или что-то близкое к этому, то все равно речь идет о передаче каких-то товарных материальных ценностей именно за совершение действий по службе. Соответственно, как бы да, перечень доказательств достаточно обширный. Сложность определенно есть в том, что ни взяткодатель, ни взяткополучатель не заинтересованы в выявлении, соответственно, их преступной деятельности. Но если мы не ведем речь только, соответственно, о вымогательстве взятки. Поэтому определенные сложности встречаются. Но, как я уже сказал, еще раз к этому вернусь, что мы успешно их преодолеваем. Ну и, в принципе, как бы говоря о текущем годе, можно сказать, что успехи достигнуты и окончено более 40 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Это за этот год или в целом? Это за эти 10 месяцев, по-моему, даже. То есть за этот период? Да. А можете привести какие-то примеры таких уголовных дел, то есть и само преступление, и как его расследовали? Ну да. Ну, обычно, что касается нашего региона, Рязанской области, традиционно большинство преступлений в коррупционной сфере выявляется в области образования, деятельности контролирующих органов и организаций, ну и прочее. Ну и в качестве примера можно привести дело по двум должностным лицам, которые осуществляли деятельность учреждения образования, но при этом, соответственно, получали денежные средства от студентов за сдачу экзаменов, зачетов, в том числе и уже за выдачу дипломов без фактического обучения и посещения учебного заведения. В ходе расследования было выявлено 27 эпизодов преступной деятельности, установлено незаконное получение денежных средств указанными лицами на сумму более 1,5 миллиона рублей. Их деяния квалифицированы как получение коммерческого подкупа в составе организованной группы. Расследование данного дела завершено. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Но полагаю, что собранные нами доказательства окажутся достаточными для рассмотрения этого дела и вынесения соответствующего обвинительного приговора. Ну, естественно, как бы окончательную точку в этом деле поставит суд. Также можно упомянуть об одном уголовном деле, которое касается деятельности одного из предприятий, где лицо, входящее в управленческий персонал этой организации, получал от своего поставщика денежные средства, размер которых определялся в виде процента от денег, поступивших по договору. Соответственно, установлено, что он за несколько лет получил в виде таких откатов более 15 миллионов рублей. И, соответственно, более того, совершил хищение имущества этого предприятия, привлеча к этому еще одного соучастника. В итоге соучастник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признал вину. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, закон это позволяет. К настоящему времени дело в отношении соучастника рассмотрено. Он осужден к лишению свободы условно сроком на 4,5 года и ему назначено наказание в виде штрафа. Основное действующее лицо пока еще не осуждено, дело рассматривается в суде. Ну, следователям в ходе расследования приняты все возможные меры по возможному исполнению наказания в виде каких-либо имущественных взысканий, если таковые будут назначены. В частности, наложен арест на имущество. Ну, вот так как-то. Мы вот говорим об уголовных делах, и вы говорите о том, что преимущественно, если человек все убытки возместит, то он может отделаться и условным сроком. Какие вообще санкции вот коррупционных статей? Ну, смотрите, чтобы быть абсолютно точным и не вводить телезрителей в заблуждение, я бы сказал, что напрямую, если мы говорим о классических составах, там, дача получения взятки, коммерческий подкуп, то как таковой ущерб здесь не причиняется, потому что изъятие имущества у кого-либо не происходит. Денежные средства передаются
большей части добровольно в целях там, подкупить должностное лицо. Поэтому возмещение суммы взятки или там, преступно полученных предметов само по себе, естественно, влияет на размер будущего наказания и как смягчающее обстоятельство может рассматриваться. Но в целом основанием для освобождения от ответственности, конечно, это не служит. Но вообще, естественно, суд учитывает каждое дело рассматривает индивидуально, изучает позиции стороны защиты и назначает наказание в пределах предусмотренных санкций соответствующей статьей. Вообще, как я уже, если возвращаться к началу нашей беседы, сказал, что широкий перечень статей, соответственно, и санкции по ним предусмотрены различные. Если мы говорим о части первой получения взятки, то это преступление небольшой тяжести. Там предусмотрено лишение свободы до 3 лет и штраф. Если мы говорим о получении взятки, допустим, в особо крупном размере, то есть более 1 000 000 рублей, ответственность за которую предусмотрена частью 6 статьи 290, то наказание там очень суровое и предусматривает лишение свободы вплоть до 15 лет с имущественными взысканиями в виде штрафа, а также лишением права занимать определенную должность на определенный период. Ну, а самый максимальный срок вот из всех статей – это как раз-таки 15 лет? Как раз-то, да. Это 15 лет. Если говорить об имущественных взысканиях, то штраф предусмотрен в виде суммы, кратной суммы полученной взятки, но по нашему действующему закону, при наличии даже там совокупности преступлений, он не может быть более чем 500 миллионов рублей. А вот говоря, вы перечислили несколько преступлений, там, я так понимаю, схема расследования была та же, то есть этим начало заниматься одно ведомство, то есть там АБЭП или так далее, вот, и потом уже материалы поступили к вам, или как, или это изначально вы занимались? Ну, надеюсь, что не раскрою никакой следственной тайны в этом, что действительно примерно, так скажем, механизм расследования и выявления этих преступлений, он достаточно типичен. И задача Следственного комитета на соответствующем этапе – провести качественное предварительное следствие и, соответственно, завершить расследование направлением уголовного дела в суд, либо принятием иного решения, которое предусмотрено процессуальным кодексом. Да, выявлением преступлений следственные органы не занимаются. Этим занимаются органы дознания, в частности, оперативные подразделения управлений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Именно они проводят соответствующие мероприятия, в том числе и технические, в рамках которых происходит фиксация. Фиксация и документирование первоначально совершенных деяний, которые уже впоследствии квалифицируются нами, то есть следователями, как преступление. А во время следствия следователи, позвольте себе употребить такое слово, консультируются ли с какими-то профессионалами в той или иной сфере? То есть коррупционные преступления – это же большой спектр. И, скажем так, предприятия тоже занимаются разными направлениями и так далее. Чтобы, может быть, какие-то детали выяснить и так далее, консультируются ли следователи, обращаются за помощью или следователи в какие-то смежные органы, чтобы понимать все это? Хороший вопрос, интересный. Да, действительно. Это можно сказать, смотреть на это шире и говорить не только о коррупционных преступлениях, но и вообще о преступлениях. Да, в этом плане следователь, можно сказать, повезло, что ему постоянно приходится учиться, обучаться чему-то новому, узнавать какую-то новую информацию. Естественно, мы обращаемся за консультацией и получаем такие консультации у соответствующих специалистов в той или иной области. Если мы ведем речь о закупках, значит, мы изучаем законодательство о закупках, идем к людям, которые в этом хорошо разбираются, они, соответственно, помогают нам в расследовании. Без этого, я считаю, что осуществить качественное расследование, в принципе, невозможно. Это необходимость. Юрий Александрович, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.